Мероприятие прошло в рамках заседания Молодежного антикоррупционного совета библиотеки семейного чтения в форме круглого стола. Мы сегодня решили провести мозговой штурм. Мы планируем сформировать кодекс по противодействию коррупции среди студентов, то есть среди вузов. Вот. В таком вот плане мы решили бороться. То есть самое главное – это информирование. И начинать информирование о коррупции, об этой проблеме нужно со школ, также со студенчества. Планируется, что кодекс будет написан в форме положения, которое потом подпишут представители Молодежного антикоррупционного совета. Помимо кодекса, участники Молодежного совета решили разработать и памятку по противодействию коррупции. Что такое коррупция? Это негативное общественное явление, вызванное как раз-таки неконтролируемым желанием некоторых лиц обогатиться за счет других лиц незаконным методом, что приводит, в свою очередь, как раз-таки к подрыву национальной безопасности и подрыву экономики в целом. Поэтому, чтобы избежать таких последствий, которые, возможно, будут в будущем, нужно как раз-таки действовать уже сейчас. Планируется, что составленные памятки будут раздаваться в различных учебных заведениях города. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. «Наше время».